Ах, кошмар. Да, ну и чертолет. Покажу продавца, наверное, скажу пару слов. Эту четверку мне дали на время погонять, пока у меня машина, понятное дело, стоит во дворе. Так случилось, что у меня просто сняли номера, когда я ехал на работу. Ну, рисковать незачем, как бы, там, ездить без номеров, такое себе удовольствие. Вот. Сейчас просто, ну, делаю машину в сток максимально, кидаю на нее номера, еду оформляю. Ну и все, езжу дальше. То есть ничего в этом страшного нету, надо только делать страховку. Конечно, по бюджету это даст немножко это просраться. Ну что поделать. Сейчас я принесу деньги. По бюджету, конечно, это немножко ударит, но что поделать, как бы. Кататься хочется. Вот, такие вот жертвы. Хотя тут жертвы на самом деле-то небольшие. Чего, просто купить столько запчастей, их накинуть, сделать страховку, потому что у меня ее не было уже 8 лет. Да и все, по сути. Ну все, забрал я два тазика 15-х. Сейчас еду домой, покрашу их с баллончика. Может, еще возьму сразу резину, попутно одену. И это все возможно. Опять же, вечером залетит на 11-ю. Вот двигаюсь пока на четверке, она вся вот такая вот убитая, расхлябанная. Честно, тяжело на такой машине ездить, особенно после хорошей, когда ты уже привык к ней. То есть выхлоп орет, медленно едет, печка жаркая, там дует в ноги. Вот. Руль тяжело крутится, плюсом еще вот так вот люфтит. То есть, ну, очень сильно выматывает это. Блин, ну, конечно, подшаманить ее требуется. Но машина не моя. Спасибо, что дали покататься и на этом. Хобана, произошла подмена. Сейчас, в общем, сел в 11-ю, еду до шинки, потому что колеса уже закинул, а уже обули. Конечно, вышло дорого. 1100 взяли с меня заправку и за обувку двух покрышек, которых, к слову, я нашел на помойке бесплатно. Как раз 15-е, там 4 штуки было. После той жиги сел в 11-ю, сейчас еду, просто кайф. Это просто спорткар, блин, в нем так комфортно, тут подвеска мягко отрабатывается, рулится, быстро очень ускоряется, блин, просто кайф. Реально, вот все, не буду продавать. Вот честное слово, что я говорил в прошлом видео, то, что вот, блин, что делать, да ничего не делать, а просто ставить машину на учет и ездить дальше, потому что реально, блин. Просто я не знаю, как передать еще словами эти ощущения, но поверьте мне на слово, ощущение вот реально, как будто ты сел с Запорожца на Бентли, вот просто вот реально, вот, просто кайф, все работает, музыка играет, свет все включено, даже в ней тихо, в разы тише, чем в той отрыге, которая вроде бы казалась, ну, сток полностью, да, просто, ну, чуть-чуть подбитая, ну, реально, такое небо и земля прям. Так, значит, добрался я до крыльев уже, снял уже распорку. В общем, в арке все довольно-таки неплохо. Понятно, что пыльненько, грязненько, это еще, по-моему, родной мобиль. А, нет, это уже просто грязь налетела, потому что арки я полностью все обрабатывал, как видите, они, ну, черные. Делал я это года, по-моему, 4 назад, а в каких-то вот таких вот прям местах уже чуть-чуть начинает что-то вылезать. Видимо, где камнями набило. Но на камеру вообще это не видно. То есть есть маленькие-маленькие очишки такие уже. Ну, легкий налет. Вот тут колесами я натер, получается. Ну и все. Стойки уже тоже надо будет сейчас обслуживать.
пробрызгать все, шайбы, наверное, заменить, посмотреть этот алюминий, стойки покрасить, чтобы было все по красоте. Ну и все, крепление родного бампера на месте. Это вот резина, которая стояла сзади, она вот так вот уже сожжена. С одной стороны, это еще тот баллон, который у меня, ну, с одной стороны, здесь бахнул. Точнее, сломалась тяга, вот такая же, только на задней зависимой подвеске. У меня колесо ушло в развал, и об эту часть подушки натерла здесь диск, ну, соответственно, еще подушка там бахнула у меня. Вот, до сих пор колесо живое, это сколько уже, ну, тоже где-то 4 года прошло с того момента. Вот, считайте, сколько она уже отходила у меня. Но уже пора идти на выброс. В планах у меня в этом межсезонье тоже дополнительно переобработать арки, чтобы была прямо еще соска, поставить сюда вот эти заглушки, пыльники, они у меня уже куплены. А, к сожалению, силиконовых не нашел именно на десятку. Вот это все в порядок привести, возможно, поменять гофры на силиконовые, потому что резинки поставил новые, они все равно все пришли в негодность. А, вот крылья, точнее крыло, тоже буду перекрашивать. Кому интересно, как оно сделано, вот, пожалуйста. Сделана вот такая арка, приваренная к родному крылу, и родное крыло сверху вот так вот нарощено. Нарощено здесь. Крыло уже стоит по форме, его сейчас ни в коем случае нельзя гнуть, потому что оно у меня хорошо встает более-менее по зазорам. Все открывается, закрывается, смотрится, и как бы ложится, фитуха на нем есть. Тут уже дальше дело идет, ну, упирается в то, что у меня, видимо, стабилизатор, он уже лонжик там, это соединение подбил, а поэтому она чуть ниже ложится, ну, то есть крыло порой может заходить прям на диск, сверху накрывать. Вот, пластмасски вот я в прошлом году новый поставил, тормоза тоже здесь все в порядке. Вот, шланги надо будет менять, это стоит от Нивы, хочу поставить армированные уже, нормальные заказать, человеческие, чтобы прям тормоза у меня были прям ништяк. Дальше по плану, сейчас еще второе крыло сниму, потом в дальнейшем поменяю вот этот впуск, поставлю обычный кожух фильтра, потому что с этим я не пройду осмотр, накину сюда какой-нибудь старый аккумулятор такого там типа подключу, ну и все, в остальном машина должна пройти. До паука здесь не добраться, то есть его не видно, еще дополнительно сейчас я его замотаю в черную термоленту, ну вот здесь только вот так вот его видно. Вот, а если замотать в черный, то есть его вообще не будет видно. Думаю, будет ништяк. Ну и тут опять же эта херня, черный будет короб. На впуск, я думаю, никто не обратит внимания. Он такой, то есть пластиковый, родной, родной. Кондей, как бы, ну, понятно, что вопросов не возникнет. И все здесь по штату. Вот уже снял накладки зеркал, снял заднее расширение, колеса пока кинул назад. Вот, также сегодня сниму заднюю распорку. Понятно, что пневмо из багажника уберется, наверное, сниму сабвуфер. Ну, хотя его, наверное, оставлю на первое время. Если скажут, типа, с ним нельзя, ну, там, быстро его просто на месте сразу же отключу, и все, будет как груз. То есть никто мне ничего не должен сделать. Подкачку я оставлю, просто закажу сюда салбер и соседочку, чтобы закрыть аккумулятор и вот эту подкачку. Ну, будет, типа, там, ну, херня торчать, и ничего страшного. Пол у меня благо сделал, поднимаю, там номер видно, и все. Опустил, поехал. Распорку сниму, чтобы, ну, видите, не полилась она. Как бы, хоть и будет полка, все равно так будет смотреть, здесь номер сверять, и увидит это 100%. По поводу сидений, я не думаю, что он что-то скажет. А если скажет, я его пошлю нахер, потому что сидения собраны на родных, ну, на родном каркасе. Просто скажу, что это, блядь, чехлы, и все. То есть, ну, там молнии есть сзади. Вот. Обязательно руль поменяю, чтобы тоже вопросов не возникало. Но в нижнем тагиле вопросы возникали, когда у меня стоял на восьмерке спортивный руль. Вот, да, он там сказал, типа, нельзя. Я такой, ну, окей, поменял. Потому что в тагиле даже докапывались из-за того, что у меня на восьмерке не было личинки багажника здесь. Вот, я даже съездил на разборку. Ну, еще тогда только первый раз сел за машину, как бы вообще ни до чего было. Просто кинул крышку багажника в машину, с ним проехал, поговорю, вот смотри, у меня есть новая крышка, которую замок просто пока еще, ну, не успел понять, не знаю, не шарю. Только второй день за рулем. Кому-то такой, ну, ладно, сказал, езжай. Вот, так что сейчас в скором времени еще колеса поменяем, зеркала надо будет менять. Ну и, в принципе, все, стойки я уже нашел, стойки надо будет ехать забирать, покупать и поднимать машину. И будет ничем она не примечательная. Просто пипец, полная машина колес.
Вот два баллона, которые я нашел на помойке, одевал их на штампы, они не подошли по размеру. Вот еще снизу купил вчера резину на тройку, 15-я низкопрофилька, 165 на 55. Вот, к сожалению, 50-й профиль не удалось намутить. Также тут лежат уже стойки C4 на 11-ю в сборе. То есть купил все стойки в сборе за 4000. То есть это для Краснодара прям отличная цена. Сейчас дожидаюсь переобувки на другую резину, там двух баллонов. Получается, еще сейчас купил 175-65, чтобы поставить на 11-ю наперед, потому что они встанут уже по-любому. И можно будет переписывать машину на этих колесах. Ну вот я добрался до мойки, уже помыл стойки, колеса. Вот так вот выглядит 175-65. В принципе, даже шинчики их спутали с 14 колесами уже второй раз. И это меня радует, потому что я смогу поставить их спокойно наперед. И вполне возможно, что гаишник даже не заметит то, что это пятнашки. Тем более, там спереди у меня стоят 15-е большие тормоза, и сзади стоят вообще дисковые. Вот, стойки помыл. Грязи было немерено, как и на колесах. В принципе, не зря это сделал, чтобы их сейчас пока на полторы недели кинуть в машину чистыми. Завтра, ну, за завтра они как раз обсохнут, и завтра вечером все это закину. Вот, и как раз с чистым работать все равно, ну, всяко приятнее. Вот, как я и сказал уже, стойки обошлись мне в 4000 вот так вот в сборе. Резина 1500 мне обошлась. Два штампа что-то там за 1000 достались. 15-е от Весты. Вот. Вот эта вот резина, ну, потом скажу. И верхняя резина 195-я с помойки отправится на продажу. Надеюсь, купят. Ладно, сейчас дождусь, как чуть подсохнет, закидываю все в машину и все. А завтра этот чертолет отправится к своему хозяину обратно. Ну, вроде бы как. Выручила она мне, конечно, очень сильно. Ну что, вот еще прошло пару дней. Приехали ко мне, наконец-то, новые передние пластиковые крылья. Вот они упакованы. Заказывал Авито доставкой. Оба мне обошлись 2000 рублей и 200 рублей доставка. То есть 2200 и два новых крыла тебе обеспечены. Вот, также купил весь новый крепеж. Литрушку масла, как обычно. Ну, вот, в принципе, и вот и все. Пока машина остается в таком состоянии. То есть спереди сняты крылья, колеса не перебуду, потому что не успел. Я уеду сейчас буквально, ну, на неделю, там, на днях. Поэтому пока единственное остается недостроенный. Привезу я ей новый руль, зеркала, ну как новые, куплю с разборки, чтобы машину уж точно можно было быстренько там доделать. Стойки все уже все загружены в багажник вместе с колесами, поэтому буквально вот чуть-чуть не успел ее доделать. Кстати, интернет-магазин «Бункер» с одеждой, мой партнер. Вот такие там классные шапочки продаются. Взял себе сейчас на примерку домой. Вот, это вот реклама, если что. Кстати, годные очень шапки, мне понравились. Вот, я сейчас возьму, выберу себе одну и как раз куплю. Всяких таких дизайнов разных есть. Вот промокод «Аспарагус», ссылочка в описании. Ну что, народ, вот и подошло к концу это небольшое видео с разбором 11-й. В следующем видео еду я за новым для вас проектом. Для меня, конечно, он старый, но все увидите. Будет интересно, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. Вся информация там в группе ВКонтакте тоже присутствует. Есть телеграм-канал, инстаграм, в котором я не сижу уже. В общем, все в ссылочках в описании. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока.